И все-таки насчет дирижабля Братства Стали. Пора его посетить. Для этого надо пойти и побеседовать с паладином Everybody Dance Now, который отвернулся к доске и, видно, что-то там жрет тайком время от времени. Он так убирает руки, что-то хомячит, потом типа руки опускает. Ну ничего, ничего, ночью сдохнет сытым. Я уверен, что Братство Стали частично живет по тюремным законам. Excuse me, Paladin Dance? Are you ready to head up to the ship? Да, на борт корабля. Да, да, зачем его сюда прислали, кстати? Why did the Brotherhood send it here in the first place? I'm not sure. But I think it might have something to do with the data on the Commonwealth my team gathered before it arrived. Т-60 вон у него нарисована, смотрите-ка. У меня, по-моему, Т-61 броня там в убежище стоит. Кстати, пьезоядерная вот эта херня, что за чудо броня, скрафченная из каких-то там материалов, она на самом деле хуже почему-то, чем вот эта броня, которую можно найти вообще, блядь, целиком. Я не понимаю логики этой игры. Штучный товар хуже, чем, блядь, оптовая штамповка. Меня в сраку. Кто такой старейшина Мэксон? Переговоров не будет, провокация, молниеносная война. Я что-то проебал. Чего там было? I can't tell if you're bored or just ignoring me. Я задумался. А, кто такой старейшина? Да кто такой старейшина? Да, блядь, наверное, главный сталевар в их бригаде. Переговоров не будет, провокация. Gonna be a quick war with that thing on our side. Yeah, but for who? That's the plan. Валентайну это, блядь, не понравилось. Валентайн, я бы на твоем месте старательно косил под человека. Если узнают, что ты синт, а ты и так жестко палишься, я думаю, тебя грохнут прямо здесь. С Придвеном поближе. Нам что, лестницу веревочную сбросить, что ли? Сесть в винтокрыл. Ух ты, тихо-тихо, разогнался. Сейчас, смотри, стену проломишь. Кстати, а чё у него, шлем в комплект не входит, что ли? Валентин, ты идешь? Юдашкин? Да, Юдашкин. Какашкин ты, ёптась. Судя по твоей... по твоему пальту, блядь. Валентин Какашкин в натуре. Очёчки от Юдашкина, пальтишка от Какашкина. Это он, наш Ник Валентайн. Не детектив, а почтальон, ёптать. Его реально как будто собаки рвали. Я не понимаю, почему этого синта нельзя переодеть? Вот в чем проблема? О, и как это будет миссия за... А, ты все-таки присоединился? Полетать охота, наверное. Че, тут ничего нет, что ли? Лутануть-то хоть на память какой-нибудь сувенирчик. Пупса, например. Журнальчик. Забраться. Ну-ка. Эй! What's the plan? Over here. Can do. Это можно, это нужно, давай. Блять, он наверное, на, сука, на 96-й винде работает. Тупит нещадно. Смотри, забрался. Пизды кому под жопой высадили. Да, не любят они синтов. Ладно, ты здесь подожди. На своем воображаемом стуле. Слушай, тогда же Майкл Джексон не умел. О, да. О, блядь, ты телепортируешься. Ни хрена себе. Ник Валентайн. Так даже Копперфилд не делал. Вот это номер. А, советуем применить... Чем мы можем в воздухе заметить враждебное? Тут кроме вас ни у кого винтокрылов нету. Сомневаюсь, что гули на чем-то летают, не так ли? А может автобус взорвем? А может, он не взрывается? Эй, Валентин, Валентин, давай-то сделаем фотку, как мы типа от раскаленного ствола прикуриваем. Так, вот этот корабль я уже чистил. Ну чё, где враждебное-то что-нибудь? В Fallout миссии за стационарным пулеметом это в натуре редкая вещь. Тем более еще мы летим. А если я пропеллер расстрелю, мы... Так, облутать яхту, запомнили. О! Этот краб хочет напасть на нас. Ему немножко поднасырать, по-моему, что я его окучил из минигана. Смотрите, сейф на крыше стоит. Слева.
А как туда забраться-то? А это что за бочка? Слушай, ну реально нихуя неинтересно не происходит, бред какой-то. Хоть рейдеры бы какие-нибудь из базуки, что ли, бахнули. Да. О, я тут был, спускался на этом лифте. А, вот, летучий голландец же тут точно. Мы что, к нему летим или что? Мне кажется, мы можем воздушный бой устроить. Они на своем корабле, а мы на своем дирижабле. Да, ёпта. Халявного опыта не будет, все понятно. А, вон наш. Только дай-ка его продырявлю, чтобы он это пониже опустился. Life is race. Уин. Феррари какую-то, блядь, футуристичную показывает. Ой, блядь. А ты включи там вторую, пилотик, слышишь? Бостонский аэропорт. Локация открыта. Вон он, смотрите. Оп. И появились стулья здоровенные. Оп, исчезли. Вот так Копперфилд заставлял исчезать статую свободы. У него просто текстуры лагали, походу, в камере. Кстати, такой лохотрончик, я его рот топтал. Какие ли раньше были люди доверчивые? То им там воду по телевизору экстрасенсы заряжали, то показывали, как статуя свободы исчезает, отворачивая камеру. Вон еще винтокрыл, смотри. Так мы что, не на дирижабль, что ли? Что такое? А, они нас тросом зацепили, что ли? Ёб твою мать, да ладно. Как ствол не отломили. Валентин пошел на разведку. Ты тихо, тихо, так разбежишься сейчас. И поймать тебя уже никто за подтяжки не успеет. Предвен обнаружен. Ой, да ладно, только не говорите, что у вас капитан черный. Эвандер Холлифилд, как дела? От тебя и уважаю. Капитан Киллс. А, это этот, блядь, из полицейской академии. You'll be pleased to know that Elder Maxim's approved your request. Place the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Fridman and await further instructions. Very good, sir. Блять, мне это братство стали напоминает то ли секту, то ли армию, поэтому, наверное, мне оно не нравится. So, what's up, нига? Чё кого? You don't look much like a soldier to me. Йо-йо-йо, внешний вид солдата, как его? Когда мне дадут эти патрули и джинсы папкиного размера? And what's a soldier supposed to look like? A soldier is supposed to be an efficient killing machine, not a relic from the past playing catch up with the rest of the world. If Dance hadn't stepped in and vouched for you, we wouldn't even be having this conversation. Accepting outsiders like yourself. Да тут я смотрю, черные доминируют, блядь. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude. Эх, заяц ты мой шоколадный, ты не представляешь, насколько он ошибается. Я вас всех продам, если вас хоть кто-то купит при первой же возможности. И угоню ваш дирижабль. Кстати, я не прочь потыкать шоколадку. Где живет твоя жена? Какова ваша цель? Нет выбора? Не знаю. Конечно. Я прослушал, поэтому конечно. Абсолютно прав. И да, уважаемый капитан Братства Стали, просто хочу, чтобы ты знал, как только ты отвернешься, я вступлю в Куклукс-клан. Я одной ногой уже там. Чё-то мне не нравится, что меня назвали ископаемым. Выслушать речь старейшины Мейсон. О, силовая броня.
Where can I get power armor? Only knights are allowed to wear Brotherhood power armor. And ты не рыцарь? Мне что тебе, блядь, перчатку въебало бросить, что ли? Вызвать тебя на турнир? Будем биться с ссаными тряпками до смерти? Мне нужно прослушать речь старейшины Мэксона. Там, наверное, такой старец фура сейчас будет, там 3 часа пиздуй ворочить. Вопросы есть? Вопросов нет. Неправильный ответ, сука. Упал, отжался, надо говорить, никак нет, сучара. Валентайна, тебя приняли? Слышь, давай синтез скинем вниз, посмотрим, что с ним будет. Слышь, Валентайн, это у меня дело есть, короче. Вот там за пивком сходи. Блять. О. Я не понял, он что, на вертолете полетит? Что он делает? Я, блядь, глазам своим не верю. Ты сотри. Ты сотри, что делает. Блядь. Ой, блядь. Он телепортнулся, нечестно. Но все равно забавно, да? Никто не видит. Пиздану-ка я у них пачку Мальборо хотя бы. С этих овец хотя бы шерсти клок. О, что это у них тут? В душноте посидят мне, блядь. Шестеренки нужны до усёру. Патрон, патрон, патрон. Патрон, патрон. Зубная паста, гаечный ключ. Ну, кто-то пасть тут чистит. Патрон, патрон, патрон. Стелс-бой. Большая мензура. Что такое большая мензура, интересно? Я представляю, как там надрывает гланды Ник Валентайн, что я его отсюда слышу. О, посмотрите-ка. А у меня по карте здесь что-нибудь есть? Что это вот там такое? У меня нету бинокля, у меня есть только оптика. Вот туда, наверное, интересно пройти, смотрите. Там кто-то, наверное, основательно укрепился. Текстуры, правда, как бы намекают, что там еще не ступала нога человека, скорее всего. Я не знаю, куда мне пойти, чтобы меня так же, как тебя, не подстригли, ёпта. Рыцарь братства. А, ты еще и тёлочка? Ты еще и бабёнка? А в силовой броне, бля, в мужицкой сидит. Я, конечно, не дискримина... Нет, я как раз он и есть. Как там это? Шовинист? Поганый. Так, это старейшина, понятно. Чё такое? Блять, Ник, чё ты здесь делаешь? Я тебе где сказал патрулировать? Внизу. Так, бессовестно грабим братство Стали. От них не убудет. Братство Сталина. Если бы они назывались братство... Это братство Сталина. Не Сталина, а Стали. Да я знаю, что не Сталина, я так говорю на... Ну да, тупой анекдот. Палуба. Насосная палуба. Обсосная это палуба, ема. Чемоданчик чей-то. А ну-ка убери свой чемоданчик. Армейская сумка с боеприпасами. Вот, блять, вот что мне с ним вот делать, кстати, армейской сумкой с боеприпасами? Вот объясните мне. Разобрать ее на защитные волокна? А где боеприпасы? Посмотреть. Вот если бы с нее что-то можно было вытряхнуть. Так нет же. Это просто какая-то... Еще одна. Пилот. Блять, зачем его одели в кожаные колготки? А, это тёлочка. Пилотесса тогда уже. We don't take prisoners.
обязательно, обязательно. Увижу синтез, захуярю моментально. Ник, братан, ничего личного. Где, блядь, мой силовой кастет? А тут нельзя доставать оружие, что ли? Можно. Я выполнил свой долг солдата. Отчет разведчика института. Нахрена он им свой отчет прислал? Intel claiming the old CIT ruins house an entrance to the institute was incorrect. My scouts and I spent days combing the location for a way in and turned up nothing other than a couple of minor casualties. Так, там походу планерка кого-то Ну вы поняли, что делают. Сейчас дослушаем эту интереснейшую, блядь, голозапись. Я понял, почему это голозапись, потому что, блядь, они голимые все. Как бы голозапись подразумевает, мне кажется, голографическое какое-то, то есть изображение, а здесь только чисто аудио. Братья и сестры, бухаете, суки? Ром или водка? Мэксон, тебе налить? Очищенная вода у них тут, посмотри. И вискарик. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose and our beneath the Commonwealth. Старейшина, давай за знакомство. Known as the Institute, a malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and the Synth. Ну пока он тут пиздоболит, как тут время перематывать? О, ты ждать. Пропустим часик этой потрясающей умопомрачительной лекции. Should be dealt with swiftly and mercifully. Продолжает пиздеть. О, они собаку успели завести. And many lives will be lost. Петелька? But in the end, а что она тут делает? Я просто в ахуе, сколько здесь багов. Сел подождать, собака материализовалась. Вместо Валентина, что ли? Ёб твою мать. Нихуя себе он. От его проникновенной речи даже собака на задние лапы встала. Как ты, петеля? Наверное, заебись. Живи на дирижабле, теперь будь счастлива. Это что за... Какой-то похудевший Сергей Бадюк, по-моему. Ладно, блядь, воздушный волк, что тебе надо-то? Brotherhood is here to prevent a war by starting one of our own. The difference is... Our war won't reduce civilization to ashes. What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet. To start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Чтобы я один на себя ответственность взял, что ли, не понял. You couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of knight. Нихуя себе я взбираюсь по карьерной лестнице. А, блядь. О, боже. О, а паладина можно? А паладин так круче рыцаря, да? А у вас есть этот, как его, конный рыцарь какой-нибудь?
mind keeping an eye out for a second? Gotta run a diagnostic. Открыть личное хранилище, поговорить. Thanks. What'd I miss? Сейчас этот черный, наверное, охуеет. Он, наверное, там всю жизнь тут, блядь, в кочегаром горбатился, чтобы, блядь, ему звание дали. Я, сука, зашел к этому рядовым, с ним бахнул виски, вышел рыцарем. Ай, бля. Надо было по второй налить, сейчас бы паладином сделали. Нет, это, конечно, бля, просто смешно. Без малейшего квеста, вот тебе, блядь, силовая броня и звание рыцаря. Так это... Где моя силовая броня? Надо, наверное, попросить кого-то выйти. Вот, например... О, какая у него броня. А вот, наверное, я могу в любую зайти. То есть я что у них могу... А, вот это не моя. Интересно, а можно в чужую броню залезть и в ней насрать? Проктор Тиган. Слышь, Проктор Эндгейм был, чем базаришь-то? А, к паладину Дэнсу надо подойти. Очень сложно. Интересно, если я взломаю эту дверь, что будет? Не, подождите, надо сначала сохранить. Ай, да нахуй. И не надо с Дэнсом разговаривать. Вот круто. А, хакер. Хуякер, ёптать. А, тут брать ничего нельзя. Можно только дверь открыть было, да? Что, и со стола ничего нельзя? О, смотрите, шлем Анклава, походу, да? X01 голова. Это, наверное, вообще крутая голова какая-то, вам не кажется? X01. Он же спиной стоит. Какая ему нахер разница, что я тут возьму, что я не возьму? Хотя, может, если я поговорю с Дэнсом? Да ты такой шутник, я просто ебу. Хоть спросил бы, хочу ли я слушать твои сраные анекдоты. Ладно, что там с паладином Дэнсом-то? Блять, не стой ко мне спиной, я, между прочим, рыцарь, ты тупой ублюдок. Сколько лет Максиму? Я что, с ним ебаться собираюсь? Мне насрать, сколько ему лет. Увлеченный, он бредит. Without his determination, we'd be lost. I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking, bringing you into the fold quickly. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. Да расслабь манжеты, я уже рыцарь. Я сам за тебя поручить смогу. И аккуратно. Попечитель. Don't worry, I'll be careful. Good, because we've got a lot of work ahead of us, and I don't want anything slowing us down. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Блять, соскучился знакомиться с экипажем. Да просто скажи, где у вас тут главная корабельная шлюха и... И все уладим. Ображу в одиночестве. Do you need to come with me now? It might help if I tagged along. Come with me now. Why? Come with you me might want now. To make your first impression without a paladin. То есть ты мне предлагаешь взять тебя в пачку, что ли? Нахер ты мне обосрался, чувак? You can come with me or wait until I'm done. It's up to you. In that case, I prefer to tag along. Блядская липучка. If you change your mind, just let me know. О, Ник Валентайн. Ладно, Ник. Вообще-то у него дохуя чего интересного. Ладно, Ник, пиздуй отсюда. Тень стали выполнена. Heads up. Where do you want me? Обмен. Надо было у Ника. Ник, братан, погоди. Hey, Valentine. Time to hit the road. Just looking to trade a little. Ну-ка дай-ка, блять, сюда мой миниган. Думал, что я тебе дам его, сука, с ним уйти отсюда. Броня серебряная, плаща, испепелитель. Я им буду сам испепелить. О, нихуя ты где такой взял? Компрессорный, бронебойный.
73 патрона у меня всего. Это что такое-то? А, это дробовик. Ну, блядь. Опять понабрал. Ёб твою мать, как ты меня заебал. Заморозка. Наркоманская пусковая установка. Это мы тоже заберем. Облученный дрын. О, топор Грогнака. Все, счастливо, пиздуй отсюда. Паладин? Слышь, медвежонок, ёпты, мишки Гамми. Да, я тебе хочу предложить капюшон братства, блять. Чё за капюшон братства? Ядерный блок у него можно забрать? Ха-ха-ха! Обойдёшься в натуре. Я слышал, что спутники не расходуют ядерные блоки. Какой нахуй клинок Пикмана, блять? Он у него между пальцами потеряется там нахер. КЛМН, наркоманская пусковая установка. Топор Грогнака. Пожалуйста. Ник? 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 Ник. Time to hit the road. Just looking to trade a little. Yeah, sure thing. Чего? Где молот калечащий? А вот. 39. Дополнительный урон кровотечения. А, леденящий бы. А, облученный дрын. 23.50. 70. А, облученный дрын-то покруче будет. Все, пошел нахуй. Просто я в силовой броне-то не смогу юзать свой кастет, а сейчас, походу, будет миссия. Я ему точно все выложил. Да, наркоманская. Вот это, блядь, тоже. Патронов нет, ничего нет, нахуй его таскай. О. Обойдёшься. Водочку тут бахают, смотри-ка. The last person that disobeyed Captain Kells ended up scraping rust off of the Pridwin's hull from the outside. Душещипательная история. С ней надо побазарить. Нет, я не хочу выглядеть бледно на фоне паладина Дэнса. Я залезу в свою новую новенькую броньку. Придется, правда, в нее впердолить ядерный блок. А, в ней уже есть ядерный блок. Вот это я понимаю сервис. Бля, вот где-нибудь наверняка в этой игре спрятано. Бля, Дэнсу это понравилось. А если я вылезу и снова залезу, ему еще понравится? Слышь, сварщица, отъебись-ка. Где-нибудь в этой игре наверняка спрятана броня Анклава, я думаю. Надо бы найти броньку. Бля, не хочу тебя обидеть, поскольку мы еще толком не знакомы, но ты страшная, как просто моя жизнь. I can handle myself. Hey, if Paladin Dance vouched for you, that's good enough for me. You just don't look like one of the usual wastelanders we pick up. Anyway, since you Че, Paladin Dance тут, походу, не слабом авторитете, да? My name's Ingram, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. Робот какой спятил. Ну тут был один этот силовой этот. Один синт. Уроки этикета. Полон рот. Чего полон рот-то? While you're at it, my car is making this weird grinding noise when I back it out of the driveway. You're gonna have to take a number. There isn't a day that goes by on this tub without five or six things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. You. Humor. Ноги. You feel like telling me how you ended up that way? That's a little personal, don't you think? А что у нее с ногами, я не вижу. Most people in your condition would have given up. I just wanted to hear your story. Sure. What the hell? I was fighting with the Brotherhood in the Capital Wasteland. Worked at a staging area for the Power Armor troops. Our position was along a ridge line overlooking the battlefield. I'd say it was a 100-foot drop, give or take. That's quite a drop. The enemy had no way of getting to us up there. It was a perfect liftoff point for the vertebrates. To make a long story short, the ridge I was standing on took a hit from a nuke. Sheared most of the cliff right off.
and caused the platform I was standing on to tumble over the side. If I hadn't been test piloting one of the power armor suits at the time, I would have died. А так ноги сломала. Your power armor helped you survive the fall? Yeah, it took the brunt of the impact. But I don't know if I'd call it surviving. The suit was trashed after it landed, and I lost both of my legs. Haven't walked since. Anyway, I'm sure you're here to get your hands on some power armor. There's a pretty decent T-60 suit sitting in Bay 3 that's all yours. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off. Сука, в этой броне до меня, походу, кто-то помер. If you need work done on it, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Чё? А, у неё ног нет в натуре, смотри. Охуеть. Да отъебись ты от меня, чё тебе надо? На шишку просится, полюбас уходит. Как мне посмотреть, а, что дает? А, это еще модель Братства 2Т60Б, даже не базовая. Туловище. 300, 205, 300. Да, у тракториста. Вот в этом... А пьезоядерная, она от электричества, кстати, лучше защищает. Так что Т-60 говно. Кто там писал в комментах, что... А, может ее апнуть можно как следует? Не знаю. Не знаю, не знаю. О, с чуваком. Пойдем побазарим, чтобы он охуел. Все-таки, блядь, интересно, что за X1 голова такая? О, толстяк. Я что думаю? Я что думаю-то? Пошли нахуй. Одежда, ну-ка. X1 голова. А где X1 голова? А. 220, 140, 150. А это 200, да, немножко покруче. А Данс-то, смотри, за меня ебашится. Ебаш, Данс, ебаш. Интересно, а где ж тогда можно достать эту шикарную голову для своей брони? Где вообще можно достать броню X01? Она, походу, вся немножко покруче, хотя на вид вот она прям вот вообще одинакова. С моей? Не, она чуть-чуть отличается. Она с рогами, потому что... Но это анклава броня, по-любому. Не забуду же я анклав родной. Is this going to take much longer? Клетка, некогда болтать. Why are you in there? I'm glad you asked. Now this is the stowage depot. And I, as you probably already guessed, квартирмейстер. Quartermaster. Проктор. Назвали же. Powers that be have me locked in here. So I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. За сколько шлем отдашь? Wait, buy them? Since when does the military sell equipment to its own soldiers? Since someone dropped a whole bunch of bombs and blew up every single factory that manufactured weapons and ammunition. Keeping the Brotherhood supplied takes gaps, and everyone contributes to the cause. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side... О, работёночка у тебя найдётся. Have some extra. Да ты не тиган, ты цыган, блядь. Тебя вот так назвать. Ты какой-то хитрожопый, дохуя. As long as I don't end up in the brig. Don't worry. Last thing I'd want to do is get our new... Я рыцарь, между прочим. Так что обращайся ко мне, сир. Сир Ланселот для тебя. Так и быть. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone. After you're done with the meat. In the meantime, if you ever need any... Так я уже могу взять? Нет, не могу. Проктор Тиган. Remember, come find me when you're done meeting the rest of the crew. Да ты заебал. Сейчас я, блядь, специально обратно пойду с тобой тут. Карабин Гаусса? Воу. Слышь, Данс, может, ну твое братство стали? Давай, хватай и беги. Как тебе мой план? Так, ладно, с кем еще надо побазарить? Рыцарь, капитан. Сколько тут капитанов-то?
А это что? Халка? Халка разделывают. Супермутанты раскроили. Your concerns are noted, Scribe. If Proctor Ingram, my thanks for letting me borrow you. The human-looking synths are the worst. They hide in plain sight. Зоопарк с кротокрысами. Never forget, you are the eyes and the ears of the Brotherhood. If you see рыцарь-сержант. А, у них рыцарь плюс звание. А я, получается, просто рыцарь. Но уже не новобранец. Не, ну братство стали тут, конечно, самое солидное, походу, все в силовухе. Приятно будет вас. Я чуть не охерел. Да, я тоже попробую. Я закрою вас, женщина. Мне кажется, вы очень симпатичная под. Так, ну-ка выстрели Дэнсу в голову. Посмотрим, насколько хорош его капюшон. Термооптический, мощный Вася. О, 22. О, Вася 2. А у меня бесшумный 22. Скорострельность 55, а у меня 127. Что-то какое-то дерьмовое тут скорострельность. Зато тут термооптика и приклад этот... Как его? Приклад вот этот. Ну, блять. Охеренный приклад, короче. А, у меня тоже охеренный приклад. Ну, то пошел нахуй. Там четвертый уровень кузнеца нужен, чтобы такие приклады делать. С кем базарить-то надо, ёпта мать. Слушайте, у них тут по всему этому кораблю разбросаны патроны. О, типа это терминал капеллана Келса. Тиган. Мы прибыли в Содружество, и мне хотелось установить торговые отношения с местными жителями. Так, так, так. Это не доклады. А, это доклады, то есть это не характеристика про кого-то. Я думал просто прочитать, что про кого он пишет, что про кого он думает, но это характеристики. То есть доклады, блять, наоборот, в жопу. Это чья дверь? Кубрик. Кубрики. А, сортир это гальюн. Стэнли Кубрики на привидение. Да. Да. Подожди. Отъебись. Что надо тебе, придурок? Чё ты хочешь? Да, у меня зависимость, кстати, от ментантов. I feel fine. There's nothing to be alarmed about. I just have a few simple questions about your medical history. It's my responsibility to make sure that you don't bring anything up here that could pose a threat to the crew. Да, как насчет тест-опрос на ВИЧ, блять? Где такое видел-то? Questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, в детстве тебя подвергали длительному радиационному облучению? Чувак, единственная радиация в моем детстве, блять, исходила из микроволновки. Сверься со своими записями. Wouldn't Vault-Tec screening process have caught this already? Vault-Tec screening process? Let me check my notes here. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying. Да, у моей жены был трипер от нашего соседа. Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please. Отвечай честно, балуешься ли ты между булок? Сексуальные отношения с нечеловеком? Well, there was this one really ugly girl in college. Страшная девочка. Страшная девочка, не человек, блядь. Слышишь, я пока сюда шел, захуячил уже столько всякой нечисти, что ты охерел бы. Nope. No
whatsoever. Excellent. You'll fit in quite well around here. Excellent. I think I've got all the information I need. Главное, короче, не болеть, не трахаться с мутантами и быть готовым стрелять во все подряд, что только движется. Прикольно. Так. Наливные яблоки. О! Medical report, Knight Captain Cade reported. I've been working closely with Scribe Naraya, examining some of the synth bodies that our recon teams have recovered. Even though we have yet to recover the synth that appear Пришлось сначала поднос из-под стимулятора выхватить. Ой, у нее кошка живет, смотри. Кысь, бля. Кошка пытается газету почитать, что Along with my recommendations for developing effective countermeasures for these synths. Unfortunately, I'm not sure how much it will help, given the Just fact the that the real enemy I'll get to them as soon as I can. That could be hiding among us. Oh. Не та кнопочка. Хотел, сука, сбросить что-нибудь тяжелое кошке на башку и посмотреть, что с ней будет. Облом. Так, проектор. Кто-кто, подожди. А, рекордс. А, писатель. Писчик. Про три очки. Хуй ослиный. What? Not even a thank you? I hardly need to... Oh my. It appears I've mistaken you for someone else. Since it's obvious that you aren't who I was expecting. Would you mind telling me why you're here? Знакомлюсь. Maxon wanted me to meet the crew, so you were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Paladin Dance's report. Paladin Dance, он что, всем свои рапорты разносит, что ли? I provide you with a proper orientation of my department. Да, по своей комнате. I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. Maybe I can lend you a hand. That would be splendid. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing. По-моему, у меня что-то такое уже есть, нет? I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. Какой приятный мужик. Забрать у ректора техническую документацию. Так забрать или дать ему? Technical documents, perhaps. Or looking to assist on a research patrol? Вызваться в патруль. Ну, например, у меня есть. These aren't technical documents. I don't have time for games, soldier. Да пошел ты нахуй тогда. Так, а если я сохранюсь и попрошусь в твой обоссанный патруль? Проктор. А, Найт. You have technical documents, perhaps. Подожди, а где ее искать вообще? To assist? Yeah. I've got time to assist on a patrol. Excellent. A scribe's work is never done. There's always more knowledge. Uh-huh. Meet the scribe on the ground. Your mission is to escort and protect a scribe while located. Once found, the scribe will extract the data, and you'll return both data and... Сопровождать 10, короче. Угарно. Проктор Квинлан. Back already? How goes the... Do you have any idea where I can find more of them? Offices, laboratories, military bases. Almost any pre-war location is a potential. Я уже столько всего обошел, ни разу никакой документации там не видел. I try searching desks, filing cabinets, safes, and anywhere. Have you had any luck finding any yet? I'm still working on it. Good, good. Never mind. I got. Very well then. Oh. Все, иди в жопу. Так, что там мне опять за, блять, надавали заданий каких-то? Да это я вот с таким лицом вот эти тесты на медицину проходил. Интересно, блядь. Кривая обучения. Поговорить с оруженосцем. Без пощады. Встретиться со старейшином.
Раздобыть тактильный привод. А, квартирмейстер уже дал задание. Поговорить с оруженосцем братства. Это где вообще? Да-да, ты меня, я тебя. Сначала прикрываешь, потом давай, блядь, поэкспериментируем. Да, уж, что-то нихуя не понимать. Короче, братство надавало кучу квестов, но ни одного такого какого-то большого. Все какие-то мелочные, там посопровождай, там походи, там, блядь, поброди. Что-то странно даже. А когда они меня посвятят в свои глобальные планы? То есть, по сути, вступить в Братство Стали, облутать все патроны на этом корабле, забрать силовую броню халявную и съебаться. Миссия выполнена, блин. Что это такое мне в колбочке показывают? С оруженосцем поговорить, блядь, и где этот оруженосец? А, ну то есть сесть на вертолет мне предлагают и полететь куда-то. Уйди нахуй. А, он внизу. Понятно. То есть это все по поводу мелочных квестов. Я думаю, что под знакомство с Братством Стали, то есть которое сейчас только что тут и произошло, я отведу отдельную, пожалуй, главу. О, вот так. Вот, а в следующем серии поделаем каких-нибудь побочных квестов от этих сталеваров. Посмотрим, насколько они интересны. Думаю, что не насколько, конечно, но все-таки что-то надо попробовать, раз уж вступил в эту кодлу. Так что, а пока на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите. И будьте на связи. Адьё.